почему китайцы пьют так много чая? Что такое расцветающий чай? Где выращивают и собирают расцветающий чай? Как производят расцветающий чай? Где приобрести чудо-чай? Ответы на все вопросы в еженедельной программе «Культура чая». Представьте, как прямо у вас на глазах распускается прекрасный букет, плавно танцуя в воде, разворачиваются чайные листья, и в центре букета появляется затейливая цветочная композиция. Вкус и аромат качественного расцветающего чая бесподобен. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Культура чая», я Роман Славинский. Всем большой привет! В Поднебесной к чаю особое отношение. Это не просто напиток, а огонь жизни и самое мудрое из всех растений. Для китайца немыслимо не предложить гостю чай. Нам, суетливым жителям 21 века, китайское искусство чаепития может показаться непонятным, но заварив элитный китайский чай, вы можете превратить чаепитие в настоящий спектакль. Сегодня компания Blooming Tea предлагает 5 видов расцветающего чая. Все они сделаны из листьев зеленого чая. Целостность и сочно-салатовый цвет листьев говорит о высоком качестве чая. Красные цветы – это амарант. Амарант делает наш чай красивым и очень полезным напитком. В нем содержатся вещества, поддерживающие работу сердечной мышцы. Исследования китайских ученых показали, что зеленый чай буквально счищает жировой слой в кровеносных сосудах. Лепестки белого цвета – это жасмин. 4 вида нашего чая имеют приятный аромат жасмина, а один вид – запах зеленого чая без жасмина. Большие красные лепестки – это лилия. В одном чае может быть даже 4 разных цветка. Завариваясь, они превращаются в великолепный букет. Каждый раз, заваривая такой чай, вы наблюдаете, как распускается прекрасный букет, разворачиваются чайные листья, и в центре появляется необыкновенная цветочная композиция. Вы когда-нибудь видели дракона, обвивающего причудливыми кольцами морскую жемчужину? Или роскошное ожерелье из живых цветов? У вас есть прекрасная возможность не только увидеть, но и самим принять участие в заваривании и дегустации этого чудо-чая. Расцветающий чай – очень красивый, вкусный, полезный и оригинальный подарок. Гости с изумлением будут наблюдать процесс расцветания, который длится около 3 минут. Заваривать связанный чай можно несколько раз, а критерий удачной заварки – это ароматный, насыщенный по вкусу и цвету настой. Из одного бутона расцветающего чая вы сможете приготовить около 8 чашек чая. Расцветающие чаи – это уникальное творение китайской чайной культуры. Чтобы изготовить такой чай, используют отборное сырье. А чтобы листочки сохранили целостность и аромат свежести, чай обрабатывается сразу же в день сборки. Листики вручную складывают в пучки и перевязывают нитью. Каждое чайное изделие – это настоящее произведение искусства. Чаще всего чай напоминает шар, а в Китае это символ любви. Также расцветающий чай может быть в форме пагоды или китайского фонарика. Бывают и совсем экзотические варианты, например, изделия в форме мордочки зайца. Этот чай связан в форме заячьей головы с ушками, а внутри ушек цветы жасмина и амаранта. Наша компания предлагает 2 вида подарочных наборов. В первый комплект входит 25 расцветающих чаев и стеклянный огнеупорный чайник. Стоимость набора $30. Во второй набор входит 12 расцветающих чаев и также один чайник. Такой набор стоит $20. Это универсальный подарок. Чайный набор можно подарить друзьям, родственникам, коллегам по работе, в конце концов самому себе. Зеленый чай очень полезный продукт. Он очищает органы пищеварения от микробов и благотворно влияет на почки и мочевыводящие пути. Еще более поразительно открытие японских ученых, доказавших, что чай очень полезен при различных раковых заболеваниях. Наша компания также предлагает большой ассортимент ароматных рассыпных чаев. Их можно приобрести вот в таких красивых коробках. Выглядят они очень богато и презентабельно. В комплект входит ассорти из 3 видов рассыпного чая и 5 видов расцветающего чая. Это чаи самого высокого качества. Стоимость набора $30. Этот прекрасный подарок мы рекомендуем приобрести абсолютно всем. До свидания. Увидимся ровно через неделю.